только я комнатку проходить. Чё-то Костя почти в 7 сегодня сходил. Выбил тут, короче, 2 мешка с усилками, остальное все медали, короче, до короны. Я 2 раза сходил танком, ну, 1 раз обычный, 1 раз свиток оставался. Вот, я выбил 2 мешочка с усилками тоже. Палладий, в принципе, мне нападало штук 5, наверное, за 2 захода. А, ну, коронки, понятно. И что-то еще было, забыл. Нельзя атаковать. Какой-то камушек. Слишком большое расстояние до цели. 2 мешка с компотом. Цель вне поля зрения. Ну, их нормально покупают по 6,5. Имею 66 штук, что лежит. Да, ладно, спать пока. Мало ли, может, твинкам просто качку им надо будет. Пусть пока лежит. Да ну что-то дорого твинкам их втыкать. Он выиграл. Ну, я тебе сразу сказал, что там хороший синий. Но они вынуждены этим пользоваться. Нет цели. Нет цели. ДПшный. ДПшный инвиз. Синов никогда нельзя было просветить. Цель находится слишком далеко. Улучшенный инвиз палится только 3 классами. Слишком большое расстояние до цели. Синов большой мало. ДПшный инвиз у них работает в ходу 15-6 секунд, не помню. Мне это хватает, чтобы выйти из боя. Уйти в теневой шаг, оттаять из боя и так далее. Не удается найти цель. Один-один. Ну, у него сейчас много откатов должно быть, плюс откаты на эти магические атаки. Продержишь в парале, должен убить. Я говорю, булки не расслабляй ни в коем случае. За ходу не успеть. Цель находится слишком далеко. Ну вот. Видишь, какой он предсказуемый. Цель находится слишком далеко. Слишком большое расстояние до цели. Слишком большое расстояние до цели. Хорошо.